Как объяснить целевой аудитории, что преимущество новой модели Adidas Originals POD System в ее подошве, в дизайне которой впервые соединены три уникальные технологии бренда? Разобрать подошву на три части и дать пользователям собрать ее самим? Мы создали игру на время и ловкость. Множество элементов движется на высокой скорости. Необходимо найти три верных, которые образуют одну пару кроссовок. Чем больше собранных пар, тем ближе приз. Пара реальных Adidas Originals POD System. Видео о механике игры набрало 5,5 миллионов просмотров. При игре в одну минуту средняя длительность сеанса составила 2,3 минуты. Многие не ограничивали себя одной игрой. 11 тысяч пользователей провели на сайте не менее 10 минут. 1500 играли в течение часа. Результаты игры активно обсуждались участниками в группе бренда ВКонтакте. Каждый претендент на главный приз делился результатом на своей странице. Активацию поддержали инфлюенсеры, проанонсировав игру в своих соцсетях и дав возможность выиграть специальные призы, которые мы спрятали внутри игры. Свыше 121 тысячи уникальных пользователей посетили сайт проекта за время проведения кампании. За три недели в игре приняли участие 58 тысяч человек. 63 пары новых POD нашли своих победителей. Мы поместили продукт в самый центр коммуникации и объединили аудиторию в соревнования. Объединить лучшее — создать совершенное.